Нелегкий. Ты покоротко сказал. Выгружаем. Выгружаемся. Все, Илюха идет на точку фугас 1, езжаем на УАЗе. Да, сейчас слышно? Да, тебя слышно. Так, я сейчас выйду на ДВ. HQ, прием. Это восход 1, высадились на Могилёвке. Джим, можно попробовать фонарь вырубить. Взрыв. Снайпера есть, без шумка. 320, 340. Кто у нас снайпер? Время. Гренл, прием. А, да, слушайте. Тебе задача выйти на азимут 240 на маленький холм, найти там позицию и наблюдать дорогу. Вертолет. Район Озерко. Это наш вертолет Fox Fizer, похоже. Принял. А танк наш? Не, вроде Т-72 против. Вот он сейчас обильно работает на 340. Первый фугас установлен. Слышу мотор. Это я. Принял. Макджей, мне смотреть дорогу от фугаса в сторону Озерка или от фугаса в сторону нас?
От фугаса в сторону зерка. Парни, вы это видите? Что им? Самолет вертолет боком летает. Это лаги. Прям на нас идет. Слышу технику. Крейзи прям. Бэха движется от меня, сейчас она на юг остановилась. А можешь пометить? Моя позиция 70-46. Майк, там по Илюхе с факса стреляли. Слышал, да. Так, вижу один грузовик, второй грузовик вижу. Движутся на восток. Слышу тебя. Три, четыре грузовика вижу. Проехали мимо меня на восток, в вашу сторону. Я 100 вчера РПГ, РПГ готов. Майк, там 4 грузовика. Едет еще один грузовик, метров 500 за ними. А нет, это шилка. Майк, не ори, они уже. Какую колонну? У нас цель Баха. Грузовик с топливом поехал обратно. А тот развернулся. Так, сейчас был выстрел против воздушной линии какой-то рядом со мной. Зушка на 180. Возвращайся. А, заходи с тыла. Мы не ступаем, пока не подойдут поближе. Они уехали от нас. Они не поехали через город, они на восток по полю поехали. Стоит снайпер, если можешь, их тоже зушку. А, не могу, они слишком быстро двигаются. Зушка стоит на месте. Принял, бегут от меня. Бусовик остановился. Зушка смотрит на север, аккуратно. Через город грузовик идет. Отлично, пускай идет. Наша цель Зушка, БМП. Грузовик пропускаем, да? Пропускаем, грузовик пропускаем. Мне кажется, меня обнаружили, были выстрелы с каши. Тихо. Цель Зушка и БМП. Ты проехал через город, блядь. Уничтожай.
попадание есть? Есть. Один грузовик на востоке. Нахерец. Зушку уничтожили, да? Отрицательно. Не вижу Зушку, дайте мне азимут. Вижу Бэху. Бэха от вас, а... К юго-востоку движется в вашу сторону медленно. А вы высадили пехоту, перед ними идет пехота. Сейчас примерно отмечу. Отметил Бэху и пехоту. Я повторяю, мы уничтожили Зушку, да? Мне уничтожили Зушку. А что мы уничтожили? Здесь грузовик вот какой-то стоит. Кто-то же грузовик убанал. Два грузовика уничтожены. Зушка не уничтожена. Вижу Бэху. Бэха на 60 двигается на... Отделение пехоты в большом коровнике. От вас сейчас где-то к юго-востоку. Бэха метров 200 от коровника. Пулеметчик наблюдает отделение пехоты в коровнике. Подход к коровнику. За ним ушла куда-то на... Как только начнете работать, я тоже начну. А не принял, был лаг. Держи пехоту в коровнике. Пулеметчик. Бэха прошла на север за коровником, Майк. Принял. Не высовываемся, сидим в городе, пускай сами к нам ходят. МД, мне вести огонь, прием. Если можешь вести, ведя огонь, только аккуратно, не умирай. Окей, прием. Майк, это Илюха, чё у вас тут? Блять, у нас бой. Заходи в тут, противник уничтожает. У нас есть на юго, на востоке, блин, пехота, ты увозики рассекаешь. Так, слышал голоса в коровнике. Там все отделение пехоты. Бэху я не вижу. А за коровником ушла на север, повторяю. Если СГПшки, отработайте это по ним. Не это самое, около юго-восточного входа в коровник. Отработал БП. Майк, как слышишь? Прием, да. Пехота да. Отступает от коровника на юг. Не могу понять, что я сейчас не продвигаюсь. По-моему, все ушли на отбой на восток. На восток. На юго-восток уходит. Подтверждаю, вижу движение на юго-восток уходит. Ударил по ним осколочным из халявного РПГ. На юг от Вангелёвки возможен противник. Там были выстрелы на карту. Фокс еще перехватит их. Так сколько взорвали
Два грузовика или один? Два грузовика взорвать. Вижу два грузовика, они стоят здесь. Грузовик. Вали грузовик с техникой и открытый такой грузовик. Вы сами-то где находитесь? Мы внутри Могилевки. Это я знаю, а поточнее можно? Нет. Еще укрытись. Фокса докладывает, что уничтожили БМП. Отлично. Нахожусь на юге от коровника. В кустиках. Осторожно, от там могут вражеские от пехоты. От их выхода, враг где? От юго-западных. Ой, от... Навел отметку на себя. Куда ушел противник? Хороший спамин. А противник ушел от коровника на юго-восток за гребень. Я его там потерял. То есть в сторону метки Бэха плюс пехота, да? Да, да. В коровнике может еще находиться противник, аккуратно. У меня контакт был, убил какого-то человека. В коровнике, да. Возле коровника вижу людей. Противник, возможно. Я подхожу к коровнику. Подхожу к западному входу. Смотри аккуратнее перед входом в кустах юго-восточного выхода. А, я с другого выхода. Он мог отбежать, я плохо вижу, потому что он в куст нырнул и хер знает. Убил бойца в коровнике. В коровнике больше никого не вижу. Что делаем, Андрей? А, потихонечку подтягиваемся аккуратно к коровнику. Смотрим кусты, траву, все это смотрим, дерьмо. Уничтожаем противника по возможности. Так, это Гренвилл. Рядом со мной я уничтожил врага. Если я замолчу, сейчас меняйте что-то. Принял. С юго-востока майк подползает к коровникам. Вижу тебя. Слева на земле. Кто подползает к коровнику? Джим. А я в коровнике непосредственно. Со мной один труп, короче, противника больше ничего, аккуратно. Убейте меня. Я хожу в коровник. Но они, скорее всего, просто одного наблюдателя оставили и ушли. Схожу в коровник. Собираемся в коровник. Да. Пока временно перейду на вражескую частоту, послушаю. Я в коровнике. Так, парни, я тогда сейчас к вам возвращаюсь, мне надо с кем-то поменяться снайперкой. У меня руки трясутся. Что у тебя произошло? А, ну я говорю, у меня была перестрелка, я убил врага, но меня ранил, у меня руки трясутся. Принял. А мы в коровнике собрались, ждем тебя. Окей.
возвращается к вам через маленький холм. А Илюха, а там УАЗик еще был на ходу, да? Да, он на ходу. Он чуть побитый, но на ходу. Меня эти Фоксы обстреляли. Ну, странно то, что я их предупредил об этом. Что-то это Фокс. Ну, Фокс, один из Фоксов, для чего? Грин, где ты там? 73.50, двигаюсь к вам. Рядом с УАЗом могло взять надо? Повтори, что? А, у вас надо взять, я рядом с ним прямо. А, возьми у вас и подъезжай к коровнику. Окей. Лен, это у тебя калаш постоянно стрелял, да, на нем? Да, да. Блять, где тут поехал? Так, сейчас собираемся в коровнике, сейчас я выйду на связь со штабом, получу указания. Давай мне. Да. HQ, прием. HQ, прием. Ща. HQ, это восход один. Мы уничтожили пехоту и часть колонны. Есть раненые. Нам нужно новое указание. Кто тут станет? Принято, мы возьмем западнее кумыши. Восход один принял задачу, выполняет. Так, короче, нам поставлена задача выдвинуться на... Я все проживал. Можешь повторить, пожалуйста? Значит, мы сейчас собираемся, садимся в УАЗ, езжаем на север, мы движемся западнее Кумырной, с правой стороны, с востока от нас... Теперь даже без УАЗа пойдем, наверное, пешком, да, без палева. Да, лучше пешком. Выдвигаемся на север. Так, надо УАЗику колеса прострелить и... Либо заминируй это... Илюха, у тебя помпы остались? Заминируй УАЗик с двух сторон. Точнее, с одной стороны заминируй и пошли. Сейчас. Прости, МДЖ, что повторяюсь, но я не услышал, когда у меня задача проживал. Сейчас момент, я собью ДВ-рацию. А
наша задача выдвинуться в район Кумырные и западнее Кумырнее и там засесть пока что. Вот ноль двигаемся, да? Да, двигаемся на ноль. Дошел до опушки, двигаюсь к жиме. Сейчас я поставлю метку в квадрате, в котором нужно достичь. Поставил метку на карте, сбор, восход 1, квадрат 081057, ориентируйтесь под GPS. Принял. Кстати, судя по грузовику, мы сожгли СФ. Красота. В смысле, грузовик был с людьми? Ну, она была далеко, я подумал, что мы спалимся. Что такое, Рэзи? Ничего. Противник здесь возможен или еще? Возможен где угодно противник. То отделение в этом направлении, которое мы прижали возле коровника. Я почему-то, кстати, ГПХи не взорвались, не знаю почему. Две ГПХи в них плюхнул. Я слышал вроде какие-то разрывы. Может, ты не услышал, там где-то менялись звуки. Не слышал почему. Хотя передо мной ничего не было. Джем, ты сильно на север забираешь. Да-да, я понял. Так, это грена, наверное, точки сбора. Джим, 100 метров до точки. Ну,
На точке. Илюха на точке. Так, а у кого у нас оптика? У меня оптика. А все отставить, казалось. Так, господа, в общем, наша задача выдвинуться в сторону Гуглова по западному пролесочку. Огонь не открывать, стараться не открывать. Наша задача обнаружить противника, находящегося непосредственно вне зоны... зону Гуглова. Двигаемся практически ползком. Не палимся, только находим противника и ставим на него метки. Возможно, будет работать ЭГС по Гуглову. Поэтому берем сейчас чуть западнее. Где-то 300-290. Огонь здесь рядом. Это справа. Там наш будут фоксы с ГФСами, будет аккуратно. Так, движение, куда двигаешь? Направление. Повтори. Направление, куда двигаться? Зиму 330. Пошли все вместе. Илюх, ты живой? Да. Он рядом со мной тут бегает. МДЖ, ты слишком далеко вперед от всех побежал. Не принял, повтори. Ты далеко ото всех убежал, давай лучше не выйдем. Давайте, я жду вас в квадрате 080-060. Да мы зайдем тебя. Ты просто затормози. Техника на 130 истребата. Стрельба близко очень. Техника и стрельба на 130. Огонь открывать, только наблюдаем. Я сейчас обновлю метки на карте пока что. Стрельба в непосредственной близости от нас. По правому флангу.
Там Фоксы должны быть, осторожно. Там наши Фоксы. Выйди на ДВ, скажи, что мы рядом с Плази. Так, я так понимаю, мы с метки восход 1 поднимаемся ближе к Гуглову или как? Или еще уходим да. Запад, на северо-запад? Да, мы сейчас поднимаемся к Гуглову аккуратно. Не палимся, главное не палиться. Задача обнаружить врага и поставить на него на карте метку. Все. Непонятная проблема. У нас вертушки в воздухе. Вертушки наши, забей на них. Ну это понятно, но блин, они врага видят. Они не могут видеть врага в принципе, потому что слишком большая скорость. Они отвлекают на себя огонь, пытаясь отвлечь там, занять противника. Ребят, давайте это будем потом. Не отвлекайте мой. Опа, прям перед нами где-то. Внимание. Это все шапка. Майк, не надо так. Скажи, что АГС по нам работает. По нам, блин, бьют. Так, внимание, бойцы. Я сейчас немного это задержусь, это АФК. Ты нашел, когда? По нам АГС хуярит. Скажи, чтобы АГС прекратил по нам стрелять.
парни, отметьте себя на карте пока что. Я что-то всех выставил. Метку поставим. Гудок слева от нас, там никого нет, своих маркеров, точно враги. Если вот этого иду слева. У меня отель. Давай. Так, танк стреляет. Я в сторону фоксов. МДЖ, мы напротив противника прямо сидим сейчас. Там голоса будут за бункер. Майк Джей, мы поставили метки на себя. А, можете поставить метку на противника примерно, азимут хотя бы? От меня ровно на 40. Пехота и что-то тяжелое, бэха походу. Ровно на 40, ровно на 40, это 40, уже зона 40, красная. 40 от меня. Там, скорее всего, танк. Пробуй связаться с фоксами, не палитесь. Так, Бэха в самом городе находится. Бэха уничтожена, в городе должен быть танк. Господа, Фоксов танк прижимает, нужно его разобрать как-то, не знаю. У меня нету АТ. У меня есть РПГ и два выстрела к нему, кто хочет погеройствовать? Ты где? Я хочу. А, я сейчас на точке рейзи, вот возле небольшого строения. Ползу обратно. А, правее возьми, Джим. Правее, правее, правее. Поверни ровно направо на 90 градусов. А, понял, понял. А, ты рядом с нами, слышно их голоса. Мотор. Вижу то. У нас... Точнее, какую-то технику похоже на. Майк, ты думаешь, он вообще успеет вовремя ему обходить лет 100 до этого танка? Я думал, Фоксов уже больше. Джим, ты прям на противника. Я знаю. Грен и Люк, мы с МДЖ сместились еще с север. МДЖ стилинг голоса у нас. Там впереди в бункерах противник уже. Рейзи нужно подавлять, наверное, их отвлекать. От а, принял, тогда занимаю позицию, начинаю беспорядочную. Около сарая кто бегает? Около сарая, где стоит метка Рейзи своей. Отвлечь от отжима пехоту. Все, разложился, начинаем беспорядочность. Голоса близко, возможно, это Фокс. Да, это Фокса. Вижу Фокса. МДЖ, предупреди, что здесь свои. Джим, под огнем. Я не под огнем. МДЖ, предупреди, что здесь... Я начинаю. Правильно, держи этот бункер. Подавляй его, подавляй бункер.
предупреди, что здесь свои только, окей? Факс. Отожми. Сарай. Там ДПКМ работает, я. Там зеленый. По нам же дайте-ка из РПЗ Джей, как у тебя дела? Я тут недалеко от города уже. Джим, как у тебя дела? Я слышу танк, но пока еще не добрался до него. Ползу, у меня плохая видимость очень. Говорят, что по танку попали. Да, точно слышно, попадание по танку. И я прям перед врагами, не знаю, как отползти его. Я под огнем. Закрепись. Блять! Резь, твой статус. Убили его. Блять, найдите, кто там рядом есть. Танк за укреплениями танк нахуй. Есть информация, что по танку попали. Слышу КНДшников. Уничтожай КНД противника. Джем, отработай подствольник. Рейзи, ты жив? Ранен. Это Майк ранен, отступая на позицию Рейзи. Бывший, где домик? Докладывают на 260 враги у них. Джем, отметься, чтобы эта граната не была. Ой, сейчас немножко не до этого, Грен, честное слово. КНДшники и крышатки идёт как громко. Джем, из РПГ ты стрелял? Ранен. По мне ведут огонь. Походу сейчас буду без сознанки. Это сзади, справа. Давайте шаг. Потеряли пулеметчика.
техника жива, танк жив, танк жив. Как слышали? Принял. Танк двигается, крутит башни. Ну или техника другая какая-то. Слышу, как крутится башня. Я пробую. Я тебя сейчас слева. Илюха, ты видишь бункер? Вижу бункер на 50. А видишь, это где грузовик и вышка там? Вижу вышку. Вот слева от вышки, там где бункер, вот этот бункер ниже. Там чувак какой-то где-то постоянно в нашу сторону пялится, он с правой стороны выглядывает. Не вижу никого. Он сейчас спрятался. Люх, попробуй взять чуть севернее. Кто он еще жив? Смотри, блядь, вот меня отряд. Здорово, дым поставили. Вижу движение внутри, там бегает кто-то. Возможность уничтожаю, сейчас побегу вперед. Если по мне будет прострелять, он будет стрелять стоя прицельно. Поэтому у тебя есть шанс его завалить. Ух, с богом, блядь. Шел. Подожди, дай позицию займу. Кто на Илюх, я уже пошел. Или кто там у тебя? Момент. Я не вижу, короче, никого там. Он убежал, походу. По мне только что вели огонь. Не знаю, где-то там они сейчас палятся. Кто там к тебе, Илюх, подошел? У меня тут Фокс один. Скажи в Фокс, отбой, 3-4 человека Фоксов осталось. Они у нас тут. Если у них есть дымовые гранаты, пускай кидают дымовые гранаты. Подходишь ближе, кидай дымовые гранаты. Нужно продвигаться, блядь, в город уже. Почищать нахуй уже, блядь. Время идет, блядь, пацаны. Я Фоксам дал наш канал, пусть к нам идут. Отлично. А кто его вальнул-то? Грен, а почему ты Джиму не помог? А потом вбегаю, а тут вокруг просто русские все бегают вокруг меня. Он рядом с собой лежал, раненый. А я с СВД как с ружьбайки. Ну да, еще и с гранатометом. Что? Все, танк сожгли. Так хотя бы ГП, этот РПГ бы взял. Да с чего бы, бро? Да хрен. А, не, показалось. Нет, ну, хотя бы взял. Вот. Труп же рядом с... Два раза в борт, танк получил. А,